Undertale. Прохождение. Пятая часть. Вот я и дошел до безумного манекена. Сейчас мы будем проходить. Господи, мой, я вспомнил, что в конце Омега Флауи. Вот оно. Поганое. Поганый манекен, а. И что ты мне сделаешь? Я тебе пройду. Злойся. Ты чё? Ты чё ты не сделаешь? Ничего ты не сделаешь. Опа, 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 опа. На тебе. Понимаешь, у меня 8 уровень. Чё ты не сделаешь? Я тебя 2 раза ударил. А, все, начал летать. Там хитрый. Можно в него не попасть. Хитрый, хитрый. Не хитрый. А, мне тут не очень попасть. Куда-нибудь вообще. Дом надоел. Как я давно не играл на настоящий Undertale. Его вообще не видела. Да не, ну, почему он еще не знает? Понимаешь, это такие глупые приспешники. О, все. Ай, ты что, серьезно? Ай, ай. Сейчас всех своих приспешников уберу. Понимаешь? Твои приспешники сейчас пропадут полностью. Ага. Ты что думаешь? Я их тебе оставлю хотя бы одного. Я тебе ни одного приспешника не оставлю. Смотрите, у него ни одного приспешника нету. Знаете, их нету. Их убрал ему. Отлично, дорогой. Так, это что еще за хрень? Иди нафиг. Я же их успешно уже один раз уничтожил. Я их тоже самое уничтожил. Даже не думаю, понимаешь? Даже вот не думаю, я его не думаю. Все у него полетело.
На тебе. Вот ты понимаешь, он тебе твоих первых приспешников уничтожил. А я. А нет, куда я же тебе всех уничтожил? Господи мой, что это за фигня? Ой, господи, надо лечиться. А, у роботов нет. А, промазал последнюю. Последнюю штуку у тебя будет промазал. Ты промазал. Понимаешь? Тебя уже ничего не спасет. Так, сумасшедшие. Как только надо понимать. Пам, блин, не понял. Так, ну, похоже, все уже у нас закончился. Пока. Привет, Нособлок. Всем пока-пока!